Здесь хорошо, здесь норма, вверх норма, здесь норма, вниз. Есть малек. Нет, у меня пальчик. Здесь. Расставить. А, не вот дает уже. Тут ты пальцем правильно делаешь, да? Да, да. Пальцем на скулу, да? Нет, на скулу, на позвонок там прям можно давить. Я нажимаю. Удерживать надо, да? И вот так. Выдохнули. И расслабился, расслабился. И здесь то же самое. Но здесь вот тоже не дает. Тоже как бы. То есть определенный лимит исчерпан. Я только скинул только два позвонка. Да. Ну и теперь съезжаем назад, берем полотенце. Слав, дай полотенце. Да, да. Назад. Не стоит. Просто я помню. Как они. Многие специалисты вот так дергают, тянут, да, но я как-то доверяю больше вот так. Да, у тебя одинаковое натяжение будет, что на скулу, что вот затылочник. Вот так не удушаю вас, нормально? Правильно, да, ну там 3-4 способа есть. Вот. Мы их обязательно изучим. Раскачиваю то же самое, да, сюда чуть-чуть, сюда чуть-чуть. Не торопишься, да? Нет, нет, я жду, когда человек начинает выдыхать. Представить, что ты на КамАЗе. Да. Крепче держи баранку. Все. Шутовки. То есть выжидаешь момент, когда она расслабится, выдохнет. И в этот момент ты ее. Да, да, да. Да, и ты ее вытягиваешь. А где хрустнул конкретно? Ой, это было неповторимо. Так, до копчика, до копчика. Это вообще так рвануло. Да, это прям до копчика, да. Скажи, это круче, чем секс. Да ну ты. Вот. Ну, в общем-то, вот все, то есть мы расслабили ей мышцы, вот она уже вот все. Так уже. Мы занимаемся на тренингах, да. Мануальной терапией отрабатываем практики. Здесь еще практики. Все равно осталось, то есть надо поработать. У тебя лоб получается. Хорошо, еще один. Перескажусь. Ну и сидя я еще, можно вас растяну, сидя, вы сядьте ко мне